Дрозд из Киева, а сейчас сюда выйдет Маша Кобелева. Подожди, Маша, постой еще. Я расскажу про тебя все. Она из Перми. Маша играет тоже вместе с Валей Сезоненко. Два состава они играют главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Очень талантливая девочка. Я очень люблю, когда к Маше приезжает ее мама с папой. Они часто приезжают из Перми, у них свой сад, огород. Они мне привозят всегда картошку, морковку, всякие соленья. Вот совсем недавно тоже. Я так очень-очень радуюсь. Всегда прямо благодарю Машу. Маша прочитает рассказ, где главная героиня Зоя. Вообще в этих рассказах моих ранних очень много героинь, которых зовут Зоя. Вообще-то это моя мама. И Люба, которая вторая, это ее сестра, и мама, и тетя Люба нет на белом свете. А вот как-то они зафиксировались. И история, которую сейчас Маша расскажет в рассказе по ягоде, была на самом деле. Иди, Маша. Николай Калина по ягодам. Люба с Зоей ползали по поляне в высокой траве и с удачей. Если одна сестра уползала за спелые сочные ягоды, то другая старалась подобраться поближе, чтобы быть рядышком. Всю поляну раздавили. Старшая сестра Зойка. Толстая, борозда за ней широкая, трава раздавленней, а Любочка худенькая, шныряла как челнок, только стебли руками раздвигала. Солнце жгло сильно, ну или так казалось, того, что мы собирали ягоды не в лесу, а на травяном островке среди пышных зеленых берез, недоступных ветру и воздуху. «Ну так вот», — продолжала Зойка, успевая закинуть ягоду и ведро и в рот. «Я ему говорю, раз паразит такой со мной вот таким манером обходишься, пойду повешусь. И не надейся, повешусь, сам детей воспитывай, повешусь. Зойка, дура, ну чё мелешь, хохотала Любка. Ну а чё, он с работы придет, спать завалится. А я что? Я иду приготовь, с Андрюшкой уроки выучи, с коровой управься, поросятам дай, вычисти курей, накорми, он даже собаки не даст. Лежит только мат у меня кроет, квашня, говорит, ничего не делаешь, только стонешь, что болеешь. И Нинка вся в него, вся в ихнюю породу дубовскую, в 10 классе. Ленива, прости господи, какая ленивая. Фу, Зойка, как ягод-то много, ужас просто перевила сестру. Страсть просто, у меня аж ведро почти полное. А у меня только полведерка. Так ты жуй больше, что вообще на дне будет. Ага, Зоя поднялась, со стоном выпрямила спину, подправила платок. Ты гляди, что деется. Прям красным-красно, нам с тобой не выбрать честное слово. И так будто кто подслушивает, спросил. Любка, а ягод так много, уж не перед войной ли? Люба сердито подняла глаза вверх. Ну, мели-мели, я еще не нагулялась, нажилась, не родила, понимаешь? А ты войну удумала. Ну, не дай бог. Зойка присела, продолжила собирать ягоды. Так ты слушай, дальше-то что было? Продолжила Зойка, успевая закинуть целую горсть земляники в рот. Я ему говорю, Сашка, раз ты так, оставайся один, а я пойду в баню да повешусь. Да, сказал как-то в сердцах, да забыла даже. Я через 3-4 пошла в баню печку топить. Дрова сырые, я на них дую, вся аж извозёкла. Сашка забегает, ты чего, говорит, так долго? Сестры расхохотались. Ты чего, говорит, так долго? Я ему говорю, печку топлю, вот и долго. А сама думаю, а, забоялся? Ну, то-то же. Ой, Зойка помолчала, прислушалась к стрекотанию кузнечика. Ну, вот так и живу. Он ведь еще лечиться ездит каждый год. Ну, каждый кажет, слышит он, видите ли, плохо. Как скажешь «на», так слышит. А как скажешь «да», так не слышит сразу. И ведь все города объехал, ну, все-всешеньки. И в Алмате был, и в Гуреве, и в Ширшике, и в Черчике. В общем, я не помню, как называется, и там был. Я говорю бабам на Зойке, на Дойке, вот сколько лет прожила, а дальше нашли Зоревки сроду не видала, хоть бы поглядеть, как там люди в городе-то живут. «Чё глядеть-то?» — лениво отозвалась Любка. «Ну, живу я в городе, а толку-то? Народ как волки промеж собой. Ой, Люба,